Расскажите, какие у вас впечатления первый раз в году на море? Холодно очень? Очень. Ксюша, ты тоже замерзла? Да. Витя, ты? Да. Всем холодно? Да. Ну все, завтра тогда не пойдем, останемся в гостинице, нет! Да? У нас первый съест все. А? Ну-ка проверим. Только не давимся, ладно? Ну что, кто первый? Я. А второй? Микуська, дай дать скорей. Хорошо? Мяу. Да, мам. А что нельзя? Почему нельзя? Нельзя потому. Почему? Потому. Почему потому? Я стукнула это видео. Да, я же не вижу перед этим. Ты извинилась? Забыла. Потому что он это обиделся. Ну, пойди, он сразу ушел. Он уже к папе сходил. Мне уже больно было. Просто когда случайно, нужно всегда извиняться. А не просто так. Скажи, я случайно не хотела. Я не знала, что это. Поели. Ну и что? Лопните. Вот замерзли? Да. Сестрички. Выдрала.
Тихо, не выдавай меня. Мика, ты Витю нашла? Давай, Лиз. Ну? Что это? Картошка. Лампа. Лампа. Картошка. Да я эту загадку наизусть знаю. Давайте, кто еще какой знает? Вот, но не двигается. Клей? А почему клей идет, Мика? Так, Лиза, у тебя какие варианты? Идут, но не двигаются. Давайте, включаемся. Идут на месте. Давай, Витя. Часы. Да. Молодец, отгадал. Два кольца, посередине гвоздик. Ножницы. Какие вы хитренькие, все знаете. Вить, вспомнил какую-нибудь загадку? Загадка. Какая бывает лошадь, когда ее покупают? Чистая, черная. Лиза, запусти руку, ты не играешь. Нет, какая бывает лошадь, когда ее покупают? Мика, твой вариант. Блестящая. Почти. Ну ладно, давай, Лиза. Мокрая. Мокрая, точно. Ее покупали и скупали. Мне приз. Мне. Море волнуется раз. Море волнуется два. Море волнуется три. Любая фигура, замри. А я что должна сделать? Отгадать, кто вы или что? Ой. Ну, Мика и Лиза, это две морские звезды. Ксюша и Витя. Может быть, Витя черепаха? Нет. Может быть... Давай. Русалка. Ксюша русалка. Подходит? А Витя? А Витя, наверное, краб. Комодский варан. А кто? Лягушка. Лягушка-квакушка. Давай. Море волнуется раз. Море волнуется два. Море волнуется три. Любая лягушка, замри. Вить, а ты так долго сможешь простоять, интересно? Да. Ты, наверное, спортсмен какой-то. Нет? Нет. Ну, Лиза, я даже не знаю. Просто валяется, как эта мадемуазель какая-то. А Мика, наверное, зайка. Нет. Мика, ты что, не зайка? А что тебе лапоньки сложены, как у зайки-то? Так, Ксюша, наверное... Может, зайка? Лягушка? Нет. Ведь ты все еще стоишь? Что это за мадемуазель валяется? Мадам! Ты русалка? Русалка. А кто ты? Я отдыхающий. Вить, ты еще лежишь? Ты еще стоишь? Да. Ничего себе, какой ты сильный. Ксюш, ну давайте мне какие-то подсказки, я ничего отгадать не могу. Собачка. Собачка? Лиза, а ты, наверное, просто отдыхающая на пляже. Да. Отлично, угадала. Так, Ксюша, может, ты кошечка? Почти. Собачка. Собачка? Котик? Котик? Бегемотик? Котеночек? Котеночек. Кто? Подсказывайте мне, не знаю. Мика, покажи, кто ты. Рысь? Давайте, подсказывайте мне, показывай. Итак. Показывай, кто ты, Мик. Морской с хвостиком закругленным. Морской с закругленным хвостиком? Да. Ты морской конек? Да. Ура! А подсказывать нельзя. Ну что нельзя, я не могла отгадать, что нельзя. Я не справлялась со своей задачей уже. Я ж не могу вас тут до вечера угадывать. Так, Ксюнь, ты, наверное... Ты что-то морское? Да. А, это морское, да? Это, может, ты морской лев? А, может быть, ты тюлень? А, морской котик? Да.
Фух, ура, слава богу. Шел крокодил, трубку курил. Трубка упала и написала: шишел, мышел, пернул, вышел. Лиза первая. Мани, карманова Лиза. Павлин. Нет. Еще варианты. Старушка. Мадемуазель, которая... Еще как-нибудь показывай. Фламинго. Ну, близко, близко. Это что-то птичье. О, боже мой. Ну, почти. Смотрите на ее руки, что она показывает. Нет. Нет. Лиза, ну еще что-нибудь покажи. Как-нибудь. Да. Почти, не курица, петушок она была. Она же вам хвостик показывала. Она как будто по полу ползет. Змея. Да. Точно, змея. Кот, который... Котенок. Свинья. Верблюд со сломанной ногой. Лиза, показывай. Черепаха без... Белочка. Мышка! Правильно! Так, теперь сейчас Ксюша будет показывать. Ксюша показывает. Кенгуру! Кто сказал кенгуру? Молодец, Витя отгадал. Внимание! Зайчик! Да что ж такое, слишком быстро вы отгадали. Я не знаю. Собака со сломанной ногой. О, верблюд со сломанной ногой. А как ты отгадала? Как ты отгадала? Я думала, что никто ни за что не отгадает. Потому что это я придумала это показывать вообще. Да? Мика, ты это слышала? Внимание! Крокодил! Так, Ксюш, надо еще что-нибудь. Что-то они слишком быстро отгадали. Мы хитрые все. Такие мы стали. Вообще-то. Вообще-то все. Что за подслушка тут такая? Прослушка. Ну-ка, быстренько уходи. Что это было сейчас? Я в шоке просто. Так, внимание. Готовы? Да! Ксюня? Медведь! Да что ж такое-то? Лиза отгадала. Господи, Витя. Осталось так. Мика, ты должна давай. Угадать. О, Ксюша угадала. Боже мой, дети. Лиза, ты же леди. Ты же у нас модель. Лиз. Так, все. Миледи. Мадемуазель. Значит так, задание сложное. Но хотим вам сказать, что подсказка будет здесь, во дворе. Готовы? Готовы? Да! Сюня.
суслик? Да. Хорошо. Я показала суслик. Ну, а когда было сказать? Слон. Крыса. Зава. Я тоже затрудняюсь. А это у тебя такие уши большие? Нет. Нет? Это, может, у тебя наушники? Нет. Нет? Может быть, это... Лиса, ты тоже уже показываешь или ты просто в образе? Ты мне показываешь. Показываешь? Это Соня, спящий человек. Спящая красавица. Сонный кот. Это вообще не живое. Не живое? Нет. Ты просто дерево? Гора, скала? Блин, я не знаю. Я просто не очень в курсе, как бы, таких событий, поэтому извините, пожалуйста, не отгадала. А я даже забыла про них вообще. Да? Я. А я как-то... Она я! Лис, вот ты вообще, что с тобой?